Итак, всем трем и до доброго времени суток, это канал. Ой, Юпитер, ой. Или не я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то подставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, напишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе, ай, не сложно. А мне приятно. А мне поддержка. А мне мотивация. Ну, в общем, вы это и так все прекрасно знаете. Ай! Ух ты! Ух ты, скотина! Вот, а кто не знает, им добро пожаловать, и мы продолжаем диснеевского Аладдина. Продолжаем. Да чтоб тебя! Вот. И мы, собственно, в пещере чудес. Идем за сокровищем. Правда, для пещеры чудес тут как-то бедновато. Да фиг с ним. Ну да ладно. Эти подлые статуи. Скотина. Я вот не помню, как туда залезть. Как там можно идти? А, во. Есть. Так. Собственно. Но. Так, ну, пока еще не страшно. Дерьма ты кусок, запрыгни, паладин. Турила, да ты что ж ты делаешь-то, залезь! Все здоровье слила. Балбеса. Ну все, ну просто абзац, блин. Фуф. Пау. Есть. Так, это мечом валится. Кстати, вот интересный факт про эти статуи. Вот эти вот в сердечках. Насколько я помню, по крайней мере, когда-то там, их можно было валить только яблоками. Да ты что, издеваешься, что ли, блин? Я же прожал. Какого дьявола, блин? Ау, ау, чего? Ау, блин, чувак. Что с тобой надо сделать, чтобы ты атаковал эту мышку? Ты... Все равно зацепилась. Да, это я не знаю, это издевка какая-то. Да ты чё прикалываешься, что ли? Аладдин, блин, да это я не понимаю, я уже... Блин. Да ты... Слушайте, он издевается, а? Он по-любому получает урон от этих мышек. Чего? Ау-ау, блин. Чувак! Ну давай, еще эта статуя тебя бить начнет. Слушайте, я не знаю, но это и реально издевка. Аллилуйя, блин. Вот так вот, мечом эту статую бить нельзя было. О! А. Давайте, что у нас там? Виш. Пару вишей купим, пару желаний, так сказать. Вот. И пом... И помнится, что в свое время нас вызвал... Скажем так, вызвало лютое недоумение.
лютое недоумение. Хотя что здесь делать? О, вот этого проскальзывания дурное, блин. Ты что, серьезно? Что? Так. Я не знаю, откуда этот босс, из какого воспаленного, так сказать, мозга родился вот данный конкретный босс. То есть, может быть, они его сделали, основываясь, так сказать, на этом. Ну, на... Ой, тише. Да, блин. На, собственно, этой статуе, которая в свое время соблазнила Абу. Если можно так сказать, когда он там типа увидел алмаз. А нет, рубин, гигантский рубин. Ну падай, чё уж. Хочу я сам спрыгнуть. Так. А Набу там прикалывается. Нет, ты скотина. Так, да, вот здесь вот есть такая хитрость небольшая. Кажется, ничего особенного, но... Ну давай. Просто позволяет обойти камни, падающие с той стороны, ну и пособирать всякое разное. Ну что, поздравляю. Вот и лампа. Фуф. Дурь. Так, ну что, пробуем. Получилось. Па-па-па-пам-пам-пам-па-ба-бам. Вот, кстати, по-моему, больше бонус... Я не знаю, может быть, конечно, где-то еще есть бонус-левелы. Но я находил только два в этой игре. То есть... Сам первый миссии. Ну, помните, где мы там от горшков уворачивались. И вот этот. Все. В других миссиях я Абу никогда не находил эти головы. Здесь достаточно все просто в этой части, насколько я помню. Хотя музыка, конечно, шикарная. Да. Вот он. Дурацкий момент. Короче, единственная проблема здесь, это долбанные летучие мыши. Надо как-то от них уворачиваться, но как, я до сих пор толком не знаю. Так, сохраниться. И, по-моему, все. Вот. Такая вот коротенькая тема. Я говорю, летучие мыши здесь для обоих это прям дикая проблема, потому что иногда бывает, они начинают летать, скажем так, немножко шустрее влево-вправо, и ты тупо не можешь от них отбиться. Не может быть, а ну да. Он потро... Не при... Ты прикоснулся к запретному сокровищу. Не видать тебе теперь света дневного. И мы такие, ох ты ж пип. Скип. Побег. Один из самых, наверное, жутких уровней здесь. Во-первых, музыка. Во-вторых, антураж. При этом создается ощущение того, что здесь, полный звездец, мы все умрем. Не, можно не торопиться. Ну, то есть вообще, все нормально. Времени много. Ну и, соответственно, как обычно, одно видео, один уровень. Так что, плейлисты, поддержка канала, как обычно, описание под видео. Кого, кто это делал, посмотрела. Я вас крепко обнимаю, парни, хлопаю по плечу девушек, чмокаю в щечку. Аладдин Форева, диснеевский Аладдин, тоже Форева. Фильм сойдет, мультик шикарен, игра отлично, 16 бит. Тоже Форева. Как-то так.